Каждое утро к ферме Нияза Камал-Аглы подъезжает машина молочного комбината. Примерно по 300 литров в день он сдает на производство. В хозяйстве у мужчины 30 коров. Он сам за ними ухаживает и выгуливает на пастбище. Однако не так давно фермеру пришло неприятное известие. Скоро буренкам пастись будет негде. До обеда, может, бывает, я молоко не могу сдавать. Или врачи приезжают. Отпускаю их сюда, они здесь гуляют. А сейчас говорят, здесь какое-то строительство будет. Здание будет строить какое-то. Ну, от фермы 50 метров, как можно, какое-то строительство, можно разве строить? Я даже не знаю, как потом мне быть? Куда мне деваться? Куда мне корова, мне что делать? Во владении у фермера 15 соток. 11 лет назад Нияз вместе с женой выкупил коровник и сделал из него дом. Местность семья облагородила, приобрела коров, баранов и кур. Еще в 2004 году супруги обращались к властям с просьбой передать место под пастбище им в собственность. Районная администрация в ответ на это заявила, что земли в Новотроицком свободной нет. Год назад Нияз попытался взять этот участок в аренду, но ему опять отказали. Хотя бы аренда давали, даже не собственность, хотя бы аренда, что я пользуюсь этой землей. Меня отказали. Сейчас вот мне говорят, вот этот участок, который вот между зданием и фермом, там дадут мне аренда, в которой у меня вот техника стоит. Как мне быть, я не знаю, эту ферму закрывать надо, и корову, 30 голов у меня. По плану справа от участка, где сейчас пасутся коровы, будет построено 8 коттеджей. Прямо на пастбище возведут дом. Я думаю, что это не надо строить, потому что коровы не будут гулять. Тут свежий воздух, тут же загрязнят, тут же будут строить там трубы, да, всякие. Так же тоже нельзя. Тут телята гуляют, а где им пастись, они маленькие. В 2015 году гражданин обратился в администрацию с заявлением об утверждении схемы земельного участка. Часть земельного участка, согласно утвержденного генерального плана села Новотроицкого, попадает в санитарный разрыв между производственной зоной и зоной жилой застройки. Сам земельный участок может быть предоставлен, но только с корректировкой границ. Строители уже проводят здесь подготовительные работы, забивают колышки. Подсчеты показывают, что в год фермер сдает комбинату почти 90 тонн молока. Но если вопрос с пастбищем не решится, то свое хозяйство Ниязу придется, скорее всего, сворачивать.